Пашинян своим решением о заморозке членства в ВДКБ фактически создал некий правовой казус, скажем так, ответить на вопрос, насколько это вообще соответствует уставу ВДКБ, насколько можно Армению считать до сих пор членом или не членом этой организации, с юридической точки зрения достаточно сложно. Собственно говоря, поэтому Еревану предлагается четко определиться, да, потому что либо вы состоите в ВДКБ и получаете определенные бонусы за это, у вас там есть определенные права, то есть вы можете пользоваться, собственно, щитом ОДКБ, ради чего организация и создавалась, но при этом у вас там есть и определенные обязанности, которые Ереван в данный момент не выполняет. То есть они перестали деньги отчислять, фактически заморозили, значит, работу армянской делегации во всех структурах ОДКБ, нигде там ни на каких саммитах не появляется и так далее и тому подобное. По уставу ОДКБ, ОДКБ обязан защищать любую суверенную территорию государства-члена организации. Но если у члена организации не определены границы, и само руководство страны не может четко объяснить, где проходит ее граница, как бы, да, потому что что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем фактически передачу там вот этих пресловутых 4 сел Азербайджану. Баку уже не скрывает, что он хочет потребовать еще 4 села, там, да, если их передадут, то могут потребовать еще какие-то территории, вплоть до того, что вы же знаете, да, что Алиев там говорит о том, что Зангезур — это наша историческая территория, и Ереван — это наша историческая территория. То есть аппетиты Баку на правах победителя в последней Карабахской войне, они так или иначе будут расти, если Пашинян будет дальше идти навстречу и дальше передавать хоть какие-то территории. И при этом они требуют от ОДКБ, чтобы мы каким-то образом на ОДКБ реагировали на эту ситуацию. А как может ОДКБ реагировать на эту ситуацию, когда две независимые страны не могут никак решить вопрос о собственных границах? И самое главное, что та страна, которая является членом ОДКБ и которую мы должны защищать согласно уставу, она сама не может дать четкий ответ на вопрос, где проходит ее граница. Но если она не может дать ответ на этот вопрос, значит, и мы не можем понять, какие границы мы должны защищать. Значит, никто ничего защищать не будет. Вот еще раз повторю, Пашинян таким образом создает очень, так сказать, неприятную коллизию, как бы, да, и фактически это, на мой взгляд, да, это происходит просто провокация с целью очернить Россию, скажем так, да, так сказать, в глазах, в первую очередь, армянского общества, и создать информационный фон для полного выхода из ОДКБ и вывода российской военной базы. Если Ереван заявит о том, что он прекращает членство, я вот уже говорил, да, что у Баку сейчас аппетит приходит, что называется, во время еды. То есть после этого ничто фактически не помешает Баку предъявить свои претензии на Зангезур, на Селимскую область, предъявить свои претензии еще там на что-то и так далее и тому подобное. И вы же сами прекрасно понимаете, что сейчас Пашинян апеллирует, что со мной Европа, со мной Франция, там, со мной Соединенные Штаты Америки. Вы прекрасно понимаете, что они никакими обязательствами с Ереваном не связаны, и никакие, если даже Азербайджан начнет новую войну, они никаким образом не вмешаются. С другой стороны, если Армения остается в ОДКБ, во-первых, это гарантия сохранения государственности, но если Армения хочет все-таки какую-то территорию сохранить, которую она может потерять в ближайшее время, то ей лучше все-таки еще раз определиться, так сказать, во-первых, является ли она членом организации или нет, и во-вторых, где все-таки проходят ее границы. И после этого начать уже договариваться с Азербайджаном, с этой, скажем так, с поддержкой ОДКБ за спиной, и, собственно, договариваться с ОДКБ, типа объяснить, что вот наши границы, ребята, мы вот так вот решили, вы должны вот эти границы защищать. А не так, как сейчас, когда фактически границы отодвигаются по инициативе Еревана, а виновными оказывается ОДКБ.